Прайс будет от $500. Проданных такие по 100. $130 в проданных на eBay. Всем привет! Это влог про барахолку и продажу товаров на eBay. Так что погнали искать сокровища. Так, уже есть первые покупочки. Давайте сделаю обзорчик такой небольшой. За все я заплатил $25. 25 евро, точнее. Вот, смотрите. Начнем с часиков. Получается, каждый предмет мне обошелся в 5 евро. Вот эти часы, они не работают, это хронограф. Но если там ничего сложного, чтобы починить их, то... $130 в проданных на eBay. Дальше вот такие вот серебряные брошки с буквой R и с буквой M. Тоже по $20 можно выставить. Также бусы агат в проданных такие от $30. Это натуральный камень 100%. Я еще точно проверю, агат ли это, потому что похож, конечно, на нефрит светлый, но буду разбираться, конечно. Застежка не серебряная, самодельная, ну тоже за 5 евро, то есть даже если это ничего ценного, но это 100% натуральный камень, то долларов 15-20. И вот такие вот бусы взял на проверку, скорее всего нефрит. Нефрит стоит дорого, эти бусы обошлись в 2 евро. Ну, цена у них была 2 евро. Если все разделить, то каждый предмет по 5 выходит. В принципе, ну, думаю, за 5 они точно уйдут, если это ничего ценного. А так, если нефрит, то долларов 30-40. Вот такие вот находочки. Погнали дальше. Вот такое вот винтажное ожерелье за 50 евро с бирюзой, серебро, по стилю похоже на наваха. Если это так, то этот прайс будет от $500. Надеюсь, что продастся за эту сумму либо больше. Поставлю на аукцион и буду держать вас в курсе. Hello. Davon habe ich wenig. Schade. Würde ja gar nicht so sehen, den kenne ich garantiert. Echt? Ja, das bin ich. Okay. Fülle, auch was dabei? Okay. Fülle? Fülle? Ja, auch irgendwo kann sein. Weiß jetzt nicht. Das ist so ein Schreibset. Fülle und Kugelschreiber. How much? Hm? How much? 18. 18. Machen wir 8. Danke sehr. Bis this. Aber die, das ist die 12, das Gartenhäuser oder so, ten, no. Die kann Strom haben, ja. 15. Kann man schon bauen. Okay. Ja, die hat den Pappdeckel, das ist die Schneide vielleicht. Ach nö, die ist ja zusammengeklappt da drin. Забрал вот такой вот американский нож, Бук, за 15 евро. Цена его от 40. Jetzt stehe ich da mit meinen Dingen, mit meinen Schuhen. Du sollst es einfach am Boden stellen, dass wir die Kartons leer kriegen. Umräumen können wir dann immer noch. How much? How much, Elena, für die Messer da? 4? 5? 4? 4. Was kostet das? Was ist denn da drinnen?
Maybe two. Two? Three. Three for two. Yeah? Three for two. Also 6,50 haben wir schon. Ja, 6,50 haben wir schon. Да, вот таких маникюрных набора. Один из них Золлингер за 3 евро за оба. Aber es ist silber, ne? Also immer die Frage, wo ist die zweite Trampel zuerst? Ja, das ist ja die Frage bei vielen Ohrringen, wieso ich von vielen nur noch eins habe, wenn ich das immer wüsste. Okay. Взял вот такие вот два браслета, это жемчуг, и это лава с вулкана или что-то типа того, за 1 евро за оба. Также за 2,50 взял вот такие две игры на Nintendo. This one how much? 50. 15, yeah? 50. 50. Yes. Okay. It's new, 180. And it's new. It's not used. Not used. Okay. Вот, приобрел такой Victorinox нульцевый за 45 евро. Проданных такие по 100. Was kostet der Colli? Der Colli 15. Игрушки Стейв. Вот за такое вот платят просто сотни долларов. Посмотрите на это. Ужас. Просто ужас. How much? 20. This other one also, yeah? Yes. Also. Two. Okay. Silver? No, plated. Okay. How much?
Coral and silver. Silver, coral, 40. Good price. It's good price. Yeah. I know. Good price. This one? 50. Set. Also coral. It's a coral. Set 50. No. This is coral. Oh, this is silver? Silver. How much? 60. Mm-hmm. 100. This is granite, yeah? Granite. Okay. Mit Krawatte, mit Hose. Probier's mal mit 8 Euro. Probier's mal. Dann zahlen sie 8 Euro. Ich mach 8 Euro. Das ist Kulke. Bitte? Das ist Kulke. 45. This, how much? 5. Такой вот за 3 евро. This how much? 7. 7. How much, Zipa? Come to Libera. That's his shirt off. What's this? 20. For this? Uma. Ah, 20. The Uma vorne.
Zeitung, so. This one, how much? How much? Two. This how much? 10 euros. Взял вот такой вот брелок ежик Стейв, в продаже такие по 35 долларов, я взял за 1 евро. Also danke schön, ne? Die sind leider nicht so paarweise. Welche? Also normal eigentlich wäre selber weitermachen. Kannst leider Zeit planen. Wir haben ja gute Schneiderin. Ja, also, und das ist wirklich eine gute Frage. Da lohnt sich ja, so. Da lohnt es gibt so Sachen, es ja, genau. Auch, nee, manche Sachen nähe ich dann um, aber bei manchen macht es keinen Sinn. Ne? Das ja, eben. Ja. Aber das sieht einfach gut aus und sieht zurück. Vielen Dank. How much? 18 Euro. Ist echt. English? 18. 18. Because it is Coral. Silver with a coral. Coral, yeah. Coral. And it's original, it's from north of Italy. So. Okay. Sterling Silver. Ja. Aus England kommen. How much? Anne, ja. How much? 25. Что, друзья, дождь завершает наше видео. И обязательно пишите ваше мнение в комментариях о покупках. И что бы вы приобрели на такой барахолке? С вами мы увидимся в следующий раз.